А, уважаемые любители зимних видов спорта, пользуясь случаем, хотим передать привет. Мы обращаемся в столицу и оплот это, диктаторшипа этого, диктаторской этой Беларуси. Лукашенко сети. Я видел там вот тенденция на белорусских одноклассниках, люди лезут в прорубь. От холода, у них квартира холодна, они в проруби лезут, чтобы погреться. И за 3 бакса катается на сноуборде. Вот это да, это надо, я бы поменял. Единственное хорошее, что осталось в Беларуси. Окей, а сейчас мы вам покажем немножко. Можешь переключить? Так, ребята, за облака надо ехать, за ребят, облака, а не на Казинца. Вот туда, за Казинца. Казинец за облаками не был, Казинец. Казинец отдохнет.